В Харциск пришла настоящая осень. Горожане уже успели ощутить на себе все прелести осенней непогоды. Накануне, например, пришлось срочно доставать из шкафов зонты и дождевики. Весь вчерашний день, практически не прекращаясь, лил проливной дождь. Осенние катаклизмы городского масштаба, как правило, добавляют забот и коммунальщикам. Так произошло и в минувший вторник. Вчера жителям центральной части города пришлось ужинать при свечах. Три девятиэтажки по улице Героев Сталинграда и несколько пятиэтажек по Шалимова были обесточены. На одной из подстанций во время проливного дождя вода залила высоковольтное оборудование, в результате чего целый квартал остался без света. Магазины, расположенные по четной стороне улицы Шалимова, вынуждены были срочно переходить на резервные источники питания, проще говоря, задействовать мобильные электрогенераторы. Аварийная бригада на следующий день приступила к устранению неисправности. По расчетам ремонтников, уже этим вечером электроснабжение района должно быть восстановлено.